Всем здорово, ребята! Five Unreal Nights at Candies. Сегодня мы поиграем с вами в Unreal Nights at Candies. Это 3D-шная приргумовская игрулька про Кэнди. Тест build версия 1. И она так и не обновилась на самом деле. Вот, про нее тут позабыли. Есть кошмарный мод какой-то, ля-ля-ля. Ну давайте ночь вторую. Потому что в первой ночи всегда очень скучно, ничего не происходит, а в ночь второй еще что-то можно еще делать. Ой! Вот это да! У меня... Я могу брать предметы и могу бросать их! Окей. Свет? Серьезно, здесь работает свет? Привет! Окей. Камера есть. Почему такая работает только на одну сторону? Это что? Непонятно. Кого? Кого? Здорово. Стой, 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 ты куда? Стой, остановись! Ладно. Окей. Окей, а я могу прятаться сюда, кстати, ну-ка. Конечно, хер мне. Окей, я вас понял. Blank Stability. Какой-то неуклюжий скример получился на самом деле. Окей, я вас понял. Да, веселая игра, однако. Да. Ага. Короче, у нас Blank Stability. Мы должны Blank'а качать зачем-то. Зачем? Окей. О, игрушки. Окей. Я могу приседать. Тихо. Она меня не видит, тихо. Да ты заебала. У меня Blank Stability заканчивается, мне надо туда пойти. Ой. Тихо. Ёб твою мать! Беги! Сейчас её наебём. Всё. Идем. Давай. Blank. Blank, ты тут? Как? Blank! Что мне делать? Руку тебе пожать? Blank! Твою мать. Да, Blank! Что мне сделать? Куда? Что? Зачем? За нос, за глаз, на Blank, объясни! Я не понимаю, что мне с ней делать. Погодите, давай все-таки вырубим первую ночь. Я хочу все-таки понять, что надо делать вообще. Зачем мне нужна вопрос камера? Что это? Что вот это? Фон месседж? Зачем мне это все? Я могу взять кружку. Опля. Окей, отлично, я доволен. Да ты гонишь, что ли? Ой. Ну ты ровишь, как она просыпается в первую ночь? А, Blank неактивен. Бля, вот так вот играем, Blank неактивен. Ля, обезьяна. Здравствуй. Я могу сюда зайти? Открыто. Здорово. Это ты, да? Тихо. Что я сделал? А, я могу свет врубить? Или он тут был включен? У меня мотылек или комар здесь летает. Окей. Чего? Синг, пой. Что это? Я радио рубил. А я могу тебя заключить, выключить. Я могу тебя выключить как-нибудь.
Мне не интересно, что ты говоришь. На X. Это музыка играет. Погоди, на тап что-то врубал. Во, на тап. У меня есть листок диари. Камера, батарея. Шестая ночь. Свич камеры. Turn off. Ага, понял. Погоди. Ага. Так. И где? И где вот эта вот херня? А её ни на какой камере нету. Ладно, я пойду. Быстрее. А, нахер я к Блинку пришёл, у него же не... Я же даже не знаю, как его активировать, и вообще его не надо. Руку? Тебя за руку дёрнуть? Я просто хочу понять, как его вообще активировать. Такая тишина. Дай пройти-то! Я нашел себе возможную нычку нам. Тихо. Никого. Идем. Погнали-ка на кухню. Почему кухня закрыта, одна дверь? Бургеры! Я могу кушать их? Я не могу кушать их. Почему я не могу кушать? Я могу их бросать зато. О, радио. У тебя будет песня. Давай. Зажигай. У-ху! Здорово, бро. Как дела? Давайте в него мусор бросим. Пам-пам. Как взять? Ага, отлично. На! Да. Лучший бросок. Окей. Лучший музон, мне нравится. 10 из 10 музон. Он лучший. Открываем еще шкафчик, мы что-нибудь найдем. Парапам-парапам-парапам. Парапам-парапам-парапам. Газировочки всякие, вот смотрите. Прекрасно. Ля, что это? Красный, синий провод. Все оборвано. Ля-ля-ля-ля-ля, смотрите кто идет. Так, я к Бленку. Бленк! Что? Погоди, давайте проверим нычку. Может, она будет рабочей. Ля. Не, ну хотя, но они сегодня пройдут, как минимум, кстати. Давайте даже это проверим. Так, Ля. Ну-ка, лови мяч. Хипа, его реально бросать можно. Слушайте, у меня появилась идея. Где он? Вот она. Эй, ты! Окей. Тупо сзади. Ладно, я лучше молчу. Так, Бленк, можешь объяснить, что тебе надо передернуть, чтобы выключить тебя или что? Перезарядить, я не знаю, как он врубает. Это типа да, это типа... Это пасхалки на иностранных ютуберов, да? На зарубежных, в смысле. Ну да, что-то как-то хазе. Ну давайте, третью ночь, давай. А давай третью ночь. Как профессионал сейчас вынеси всю игру. Да, hello, согласен. Вот так вот, все собрал. Это открыл. Ага, отлично. Тихо. Они там. Хотя знаете что? Нам нужен отвлекающий маневр все равно. Я тебя перепутал! Стой! Окей. Дэнс. Танцуй. Ну мне Бленка зарядить ведь надо. Ёб твою мать. Ты чё? Опа, тихо. Да алё. Мчу со всех сторон-то, как мне это пройти? Хорош. Бленк! Объясни мне! Ну что мне делать-то, я не понимаю! На что? Погоди, если нажму на тап, она же не будет, она разряжается. Бленк, что про Бленка скажут? Левая, правая, вот я на все нажимаю, Я не понимаю. Бленк, объясни! Я вот только со стороны в сторону, ой. Ой, что сделал?
Что я сделал? Я зарядил его как-то. Я не знаю, как, да как ты его зарядил. А как? Я не знаю. Что происходит? Я не вижу ничего. Тихо. Да я в бок вообще ушел, я не понимаю, что происходит. Как себя починить? Я сломался. Погоди. На Б английскую заряжать. Погоди. Так я его везде заряжать могу. Так это легко. Вы чё? Так погоди, так я его везде могу заряжать. Так это легко, только я перевернулся боком, ничего вернуть. И меня почему-то шатнуло немножко, кажется, я себе спину сломал. Ну ладно, ничего, наверное. Погоди, я его серьезно? Отовсюду прям могу? Все тут идет? Я никого не вижу. Погоди, я хочу понять, как активируется камера. Тихо. По-моему, тут еще один активировался. Ну это как-то скучно, народ. Ну давайте хоть побегаем. Я вот перевернутый как раз. Тихо. Твою мышь. Иди, срачельник! Я думал, это сработает. Ебать. Ладно, ребят. На этом мы с вами на этот закончим. Не знаю, игрулька очень простая, очень легкая, очень скучная. Хотя... Окей, мне позвонил он, короче, начал шипеть микрофон. Зачем? Вопрос. Я зачем мне открывать окно? Ебать. Нихуя! А я не могу Блэка зарядить! Ты ко мне идешь, что ли? Нормально вообще, нет. А мне бы Блэка зарядить, слушайте. А ты тут еще? Да. Что-то это как-то да. Вот интересно, а кто-то проходил эту игру вообще? Вот даже до кошмара. Вот кошмар кто-то проходил, этот есть икс раз. Скримеры Day Shift. Погоди, музей. Та-та-ра-тай-та-ра-тай. Музыка клевая. А можно это фонарик-то? Спасибо. Это не я. Ля, погоди. А это кто? Ой, да кто? Я слышал о четвертой части, это не из четвертой будущей части ли? Здорово. О! Ищем Винди, которого нет. Да ну вы серьезно. Тут даже. О. Давай тебя нам. Ну-ка погодите, давайте эту графику настроим. Хорошенькую, чтобы была хорошая графика. Пара-пам. Ой, да видите, как лагает-то невыносимо. Ну что-то на... Ну это вообще... Ну вот почему добавляют обычно почему-то зарубежных? Несмотря на то, что... Русских ютуберов даже и то больше. Ну ничего, он Винди снял. У него довольно огромное количество, между прочим, подписчиков. Почему его-то не добавили? Я за правосудие, да дай мне игрушку. Я за правосудие! Окей. Ля, смотрите на него. Это он хотел бы сделать, что ли? Что-то написано? Фан, веселись. Это, походу, реально четвертой части какой-то, прикиньте. Бленд. Ага. Карми пингвина просто. Ну ладно, ребят, на этом с вами закончим тогда. Всем покедова. Тихо. А можно музыку брать? Так, какие-то звуки страшные. Что за Day Shift вопрос? Погоди, можно мне исправить
Эти баги ужасные. Да дай мне баги-то исправить! Какая игра! Она вообще баги исправить не дает. Что происходит? Здравствуйте. А сюда никто не против зайти? А сюда можно зайти? Почему нет, а? Ну ладно. Парень, ты куда? Что происходит? Ой-то, что происходит? Погоди, дай мячик, дай мячик. Сейчас мы их проучим, этих детей нелепых. Эй, ты! А он их пропоёт, да? Вообще, нет. Эй, ты, парень! Пау! А вот здесь кто был? Вау. Это опять пасхалка на ютубера, прикиньте. Ну ненавидите, почему? Ладно, ребят, теперь точно это все. С вами был как Серокот. Я не понимаю, что за игра. Всем удачи, либо пока. Удачи, пока.